Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаем мы рубиться в Готику 2 Возвращение 2.0 Альтернативный баланс. В этом видосе я расскажу, как заручиться поддержкой последнего охотника Рафы. Это можно будет сделать только во второй главе. И в конце покажу вам секретик. Есть интересные новости? Говорят, что в ложбине за фермой Лабарта видели одного невероятно большого и странного с виду зверя. Судя по описанию, это существо очень сильно напоминает мне одного, так скажем, необычного мракориса. То есть какого-то особенного? Да, призрачного мракориса, охотника ночи. Слышал когда-нибудь о нем? Нет. А что это за тварь такая? Ха! Этот зверь почти легенда. Силен как тролль и ловок как пантера. Встретить его хотя бы раз в жизни считается огромной удачей. Или же наоборот, большим невезением. Ведь выстоять против него не удавалось еще никому. И ко всему прочему, у него отличное зрение, поскольку охотится этот зверь только ночью. После диалога мракорис появится в лощине возле башни Ксардоса, где я впервые возле костра встретил Лестера. Шестой видос, ссылка появится сверху. Застать его можно только ночью. Скажу сразу, он очень силен даже для прокачанного игрока. Так что перед боем, тем более если думаете гасить его в рукопашную, подготовьтесь. Ну а так как я в большей степени прокачиваю лук, то буду гасить его из лука. Выносливости, конечно, маловато, буду ждать, пока месть наберется. Надо будет 10-20 ЛП вкинуть, поднять выносливость. Забираю трофеи. Ну и обещанный секретик. Если возле башни Ксардоса вскарабкаться на гору, то там можно будет взять перманентное зелье и два царских щавля. Вот это место на карте. Перманентное зелье охраняет тролль. Но так как я в 108 видосе изучил пробитие, шкура тролля для меня не помеха.
Обязательно срочно нужно подкачать выносливость. Да, забыл сказать, что далеко что от тролля, что от призрачного мракориса отбегать нельзя. Они хилятся. Восстанавливаю выносливость и гашу снова. Воблин прорядил. Нужно будет еще сходить к Ватрасу, качнуть регенерацию выносливости. Забираю зелья, выпиваю. Теперь покажу, где растет царский щавель. Вот на эту полянку можно перепрыгнуть по дереву. Отключаю акробатику клавишей Т и прыгаю на ветку. Снова включаю акробатику, прыгаю дальше. На лужайке растет два царских щавля. Сдохни, сдохни! Ну как, нравится? И телепортируюсь к охотникам. Иду к Рафе, сдаю квест, прошу его поддержки. Призрачный мракорис мертв. Что? Да ладно, хватит заливать. Такого просто быть не может. Вот его шкура. Что ты теперь скажешь? Невероятно. Глазам своим не верю. Неужели ты действительно победил охотника ночи? Но как тебе это удалось? Этот твой охотник ночи и вправду оказался чертовски сильным противником. Но это его все равно не спасло. В таком случае мне остается только одно. Признать тебя величайшим охотником в здешних краях. Даже сам Фальк не отважился бы на такое. А ты... ты даже смог убить его. Поздравляю, парень. Держи немного золота за шкуру. Что теперь скажешь? Теперь другое дело. Человек, который смог убить призрачного мракориса, может считаться не просто лучшим, а великим охотником. Так что я за тебя. Можешь так и передать Фальку. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. Не забывайте посматривать в описании под видео, подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.